Это, Ива, это что? Это какой-то перископер или что? Перископер? Инстаграмер, тиктокер, ёпта. Все, прощайте. Давай, езжай, езжай, у меня пиздец. Пришло время, мне кажется, купить свой первый автомобиль на ДВС. Ржавый, но родной. Мне кажется, такой вот прям хорошо зайдет. Нужно срочно отсосать яд, мы никто не умеем. Я умираю, доктор, нужно срочно отсосать пенис. Вы трахаете друг... Только время тратишь. Я прям реально 700 баксов? Ну серьезно, ну посмотри. Всем здорово, дорогие друзья! С вами снова я, Кирюха Варпачи. Вначале вы посмотрели маленькую нарезочку того, что будет в этой серии. Конечно же, прямо сейчас вы можете воткнуть этому ролику лайкусик, потому что эта серия получилась супер рандомная, супер такая, знаете, прям насыщенная какими-то эмоциями, вот этими все передвижениями, как много людей узнало. Короче, было реально круто. Какой-то там автофест был, познакомился с бандой. Просто невероятно. Друзья, эта серия будет реально бомбической. И если вы хотите больше GTA 5 RP-шечки, то обязательно ставьте лайки и переходите по моему промокоду, вводите его, судоводите промокодик, и вся подробная информация для вас находится в описании. Вы за это бабосики получите и VIP-статус. Это очень и очень круто. Обязательно вводите, пользуйтесь халявой. Ну а сейчас я вам покажу набор отдельных фрагментов, что происходило в разные промежутки времени, потому что постоянно что-то происходит мега прикольное и мега интересное. Периодически камера вот в начальных было эпизодах выключена, потом в других включена, естественно. Все это будет совмещаться, все красивенько для вас смонтируется. Приятного вам просмотра и приятного аппетита. Нужно срочно отсосать яд, мы никто не умеем. Я умираю, доктор, нужно срочно отсосать пенис. Это не ко мне вопросы. Так а мы умираем, что делать? Где хирург? Извините, хирург. Вы случаем не хирург? А что вы хотели? Вот друга, у нас проблема. Меня укусила. Вам надо отсосать яд. Я могу отсосать яд кому-нибудь. Давай, нам нужен, чтобы это по-докторски было. Да я так вам сделаю, блядь, где один доктор так сделает. 250 баксов отдал. Надо быстро, срочно отсосать. Я не чувствую, что вы начали сосать яд из моего пениса. Мы сиськи, блядь, лежат. У меня в пенис, блядь, укусили. Да, подожди. Вы трахаете друг... Я отсосал вам яд. Сейчас, секундочку, подожди, еще раз нужно. А вы в Инстаграме прямой эфир никакой не ведете? Не. Ну, бывает иногда, бывает. По-моему, это немножко не так работает. Все, ой, руки твои целовать, я буду. Руки твои. Все, ребята, мне стало легче. Яд отсосан. Давай номерками обменяемся, я давай, могу тебе больше змею, члены. Я больше ни-ни вообще, все, не, все, вообще. Змей больше не даю им. Все, спасибо большое, мы поедем давай, дальше. Кирилл, давай, все, пока-пока, удачи. Все, змею больше к пенису не подпускаем. Ну, а мы можем же просто залететь на базу? Можем. С разгона. Главное, ну там стоит наш там... Хочешь сразу? Да срать, я так раньше делал, когда на инкассаторке работал. Это вип-такси. Это стрипчист на заказ заказывали. Ладно, дайте я развернусь. Мы даже за знаком находимся. Да. Ну дайте ему развернуть. Ладно, садитесь, ребят, садитесь. Ну он садится, видите? Раз, ебаный. Левей на бугор, мы на бугор должны. Да, во. Идеально. Перфекто, да, у нас опыт GTA 5 больше, чем не знаю у кого. У нас на подкасать часов. Подъедем, такие пацаны заблудились. Да. Пацаны. Спасибо. А, мы заблудились. Извините, пожалуйста, мы заблудились. Да, мы заблудились. Можно проехать? Выйдем. Не, идите, ребят, стоять. Не стоять. Блядь, они же нас сейчас по базе будут гнеть. Пристегивайтесь. А как? Как пристегнуться, я не помню. Как пристегнуться? Не срабатывает. Гони, газ в пол! Гони!
В дырочку. Нет. Зачем ты сюда поехал? Давай на базу. Все, прощайте. Давай, езжай, езжай, у меня фу. Пиздец. Мы заблудились, мы же победили. Мы заблудились, ёпта. Вот такое тоже бывает. Но знаете, что самое прикольное? Что люди, которые мимо проезжают, они реально помогают. И они не уезжают, они реально пытаются помочь. Я когда вижу перевернутый автобус, тоже стараюсь помочь. Да ёлы-палы. Пацаны, попробуйте разгон взять. О, спасибо! Охренеть. Вот это, пацаны, вот это настоящая жиза, ёпта. Вот когда видишь такое добро, всегда хочется добро другим людям делать. Может, на каждой остановке меня встречать с цветами? Нет, удачи, проезжай, там остановится. Нет. Нет, уход от РП. Какой уход от РП? Что такое РП? Ты не боишься за свою жизнь? Я боюсь, конечно, поэтому не останавливаюсь. Твоей жизни сейчас угрожает опасность, если ты не остановлюсь. Если я остановлюсь, мне кажется, моей жизни больше опасность будет угрожать. Возможно, так и будет. У меня нету денег, так что тебе нечего грабить. У меня 700 баксов. Ну я ж посмотрю. Сука, еще останавливаться из-за тебя. Только время тратишь. Че, прям реально 700 баксов? Ну серьезно, ну посмотри. Пизду тебя, хуя, блядь. Ты меня дважды, блядь, грабил. Ну проверь, блядь, проверь. Ну типа, поприкол. Я тебя не грабил, я у тебя только спросил. Есть деньги, нет денег, да? Да, бля, я тебе верю, похуй, бля. Я просто нихуя себе так попал, я там с админом еще попиздел, бля, понял? Ну вот, видишь, а я только доехал, бля. Хуя, это корыто у тебя медленное, бля. Да пиздец, вообще заебаться кататься. Ты зарабатываешь? Да, да, зарабатываю. Ну и что-то нормально выходит. Ты хочешь проверить? Не. 1800 за полчаса. Не стоит в семью, не хочешь? Пока не, попозже маленько. На чего ждешь? Я на YouTube записывать буду. Ты сам по себе, да, перескок? Ну, типа, да. А у тебя что там, много зрело? Ну, зрителей. Ну, я не стримлю, загугли варпач. Да ладно, блядь, 4 и 2? Блядь, нихуя ты, блядь, базара нет, конечно. Как вот так вот ты, блядь, на автобусе вот на этом хуином ездишь? Ну вот, видишь, блядь, зарабатываю. Как еще делать? Ну, у нас как бы это тоже медийка есть во фраке и... Может, что, нарулим такого прикольного вместе? Ну ладно, поеду дальше по работе. Да, все, давай, записывай давай, номер, все, на связи, давай. Ага. Давай. Почем водяные пистолеты, брат? Вторые, это очень дешево. Давай, водяной пистолетик возьму, один. Ой, подожди, братан, надо это, слушай, поехали к банку. Да ёбаный, сука, на голову тебе отдал, боящий, раскатались тут. Варпач, привет. Привет. Как он тебя назвал? Варпай. Что-то знакомое, где-то я слышал. Да я рэпер один, он знаешь, что поет? Tesla number one, Tesla number уху. Это, Ива, это что, это какой-то перископер или что? Перископер? Инстаграмер, тиктокер, ёпта. Ну, у тебя со зрением точно все в порядке, а тут им, блядь... Да, конечно. Мне один водяной пистолет и патрончики. А я же тебе сказал, с патронами проблема, сейчас нет дефицита. Ооо, спасибо, братанчик. Я тебя не знаю, я тебя не видел. Ты для меня просто гражданин 280, все. А, подожди, не, какой ты там, гражданин 699, все. Ноунейм, нормально, все, не видел, не слышал, не знаю, кто ты, не знаю, зачем. Ну, я как-нибудь это, загуглю хотя бы. Ну, загугли, да. Перископ, варпач. Прям как слышишь, так и пишешь. Аля, ёб! Чисто тайминги, короче. Оп, и у нас камера появилась. Если мы посмотрим слева вверху, там написано «Уважаемые жители штата». Сейчас состоится мероприятие «Автоярмарка». Мероприятие пройдет на парковке возле амфитеатра. Мне просто интересно посмотреть, как здесь выглядит. Да, я перископер. Кого ты ищешь? Да я хостела еще. Да здесь вот тип, он очень плотно на авторинке сидит, тебе очень много разгадок. В этой игре есть перекопы. Давай, погнали, дунем твоего кальянчика. Надеюсь, он мне предлагает кальянчик, а не что-то другое. Ну правильно, когда у тебя такая огромная тачка, можно всех нахрен спивать. Хром, я вижу, тут популярен. Ооо. Вот это кальянчик, ё-моё. Опа! Так, ща кальянчика дунем, нормально. О! Кумарчик пошел, хорошо. У меня сейчас голова самого закружится. Ой, что-то впердолило, прям по самые помидоры, бля.
Добрый день, это я, Чарва, и я вернулся. Предлагаю вам сыграть в одну игру. Если под этим видео не набирается 20к лайков, то я начну. Дудасить. Все. Следующее видео Кирилла. Ахахахахах. Вот этот человек, в принципе, он... Который летает в воздухе или который вот подошел? Да, Вита Капоне? Вот он в камуфляже, да, Вита Капоне. Это вот он, в принципе, занимается, он тебе поможет. Вита Капоне, я понял, ты перекуп местный. Да. Слушай, круто, давай, пойдем, расскажешь что-нибудь про тачки. Ничего не конкретно. Меня что конкретно? Самый дешевый вариант. Бабок нет, только недавно в штат переехал, сам понимаешь, бабок понимаю, не так много. Да. Такси, автобусы, вот это все дело. Ну, пятнашку могу выделить. Ну смотри, типа, если у тебя такая работа, то можешь взять пикадор. Типа, 1013 его можно здесь урвать. Типа, их нормальная цена 15 тысяч. Вот, смотри, видишь, беленький стоит, ладно? Да. Вот такой пикадор, короче. Слушай, нормально. Нормально выглядит. Для штата самое оно пойдет. Диски воткнул, и красиво будет. А где он будет спавниться, если я, допустим, перезашел? Там на стоянку надо ставить? Если, допустим, у тебя дома нет, точнее, как, если нет дома, то он будет как бы на штрафстоянку отлетать. А если есть дом, то как бы около дома. Ну плюс, если ты купишь стоянку, как будешь ее оплачивать, то он будет появляться в том месте, где ты вышел. Топ. Ну да, пикадор такая нормальная тачка. Слушай, ну самые ржавые корыто, по-моему, в магазине что-то 1015 стоит, нет, 10, что-то нет, такое. Самая дешевая машина, типа в магазине 4000 стоит, а так. Типа, ой, вообще топ. Здесь ее 1000 за 2 можно найти. Че, поехали на ранчо съездим, посмотрим, что там есть. Поехали. Не знал, что снять, ребят, и вот так экспромтом просто получается целая серия, походу. Это круто. А, вот типа в банде? Нет, это не банда, это типа мексиканская ранчо. Прикольно, мы на машине остановились, и знаете, когда быстро погоняешь, там останавливаешься на машине, и звук такой же от колодок, когда металл остывает, и сейчас он пропал. Реализм. Слушай, ну ты, если что, смотри, я тебе тоже помог в чем-то, я могу тебе бабки вернуть за стволы, которые я тебе продал. Не надо, нормально, все честно, сделка. Но ты скажешь, что Максимум Спирс крутой чувак на... Братан, на я тебе и так скажу, Максимум Пирс крутой чувак, спасибо, что дал стволы. Это, в принципе, дешевая цена была, нормально. Здорово. Ебать, это серьезно? Да, привет. Это возможно, брат. Да, я просто с Максимум, чтобы ты... Чао сделать? Блять. Как в начале видоса? А, хатыщ, блять. А там хатыщ, какой чао? Хатыщ! Это не поддельное слово, понимаешь? Ты понимаешь, что я встретил вот этого Максимуса Пирса, который вообще не в курсе, кто я такой? Я начал запись, просто потому что это было непонятно, необычно и круто. Ты типа видос пилишь или что? Да. О, нифига, это твоя попадка. Я такой бегал, да, попадешь. Я думал, что ж такое снять интересное, типа, потому что просто работу снимать неинтересно, как катаешься на такси, тоже неинтересно. Надо что-то интересное. И тут просто я покупаю стволы и просто заворачивается, закручивается, и все тут. Туда-сюда, я такой, вау, охренеть. Ни хера, да, уже криминальный бизнес. Уже в криминале, я тут Бугатти встретил. Он коленчика дал дунуть, там вообще танцы, шманцы. Слушай, нормально, мне понравилось. Я слышал, на самогонке местно выстаивается, хорош. Да, вообще. Я так понял, на вишневой косточке, прям вкусненько было. Блять, я не верю своим ушам. Бля, у меня с собой нету, я последний на него отдал. Не, ну если вечеринка или что-нибудь где-нибудь будет, мало ли, может, он будет тереться. Да, естественно, вообще без Б. Вот такой, друзья, на этом сервере экспромт просто случается. Узнают на каждом шагу, доступ открыт практически везде. Все супер дружелюбные. Это просто супер и однозначно достойно лайка. Такая РП-тегровка, конечно, это топ. Просто, говорю, реально встретился с чуваком рандомно, и тут так все закрутилось, завертелось, что одно за другое цепляется, и уже, я не знаю сколько, целый час, наверное, прошел, больше. Тебе денег дать или у тебя... Не-не-не-не-не, да я найду, заработаю. У меня самый прикол самому заработать, самому развиться в этом штате. Тебе хватит, чтобы ее арендовать? Да, все хватит. Мне это, вот другой чувак, с которым ты ездил, он мне 3000 дал. Ой, спасибо большое, спасибо. Давай, удачки, увидимся еще в штате. Все, да, давай. Вот такая рандомная встреча, друзья, это просто жесть. Это просто вау, пушка, гонка, самокат. Пришло время, мне кажется, купить свой первый автомобиль на
ДВС. А то что я постоянно катаюсь на мопедах арендованных, еще всякой штуки. Пора бы уже немножечко потратить баблишко. О, здравствуйте. Что-что? Слушай, да. Ты в будущем куда собираешься? А ты имеешь в виду из всяких банд, криминал или там... Да. Слушай, ну мне кажется, криминал поинтереснее полиции будет. Ну я бы так не сказал. Думаешь, полиция поинтереснее? Она поинтереснее, но там правил больше. Там правил надо больше знать, да, это действительно. Еще один рандомный разговор. Я инструктор одной из государственных организаций. Ух ты! Ну, чисто случайно так получилось. В общем, если хочешь, приходи к нам. Окей, спасибо, бро. Все, спасибочки, давай. А ты тачку хочешь посмотреть? Я хочу посмотреть, да. Ага, ну я вот тоже хочу. Ну вот сейчас пойду посмотрю, что есть. Торнадо номер 3, посмотрите. О, вот это мой варик, ёпта. Первая тачка на ДВС. Слушай, ну кабрик поинтереснее будет, да? Но я так понимаю, это кабрик с гитарами. Ох, какая красоточка. Ё-ма народ. Вуду, и они все ржавые такие. О, вот это мой. Вот это, мне кажется, вот это прям мой варик, не? Или во. 5700. 5700 и нержавая корыта. Я как будто сижу на каком-то, я не знаю, Авито или Автору и убираю себе машину. Пикадор, 18 тысяч, ёпсель-вопсель. Слушайте, мне на самом деле пофигу, как она будет выглядеть. А мне главное, чтобы она ездила и хоть на чем-то передвигаться уже нормально. Но мне кажется, вот такой кабриолет с гитарами сзади, без верха, ржавый, но родной. Мне кажется, такой вот прям хорошо зайдет. С чего-то надо начинать. Великие вещи начинаются с малого. Поэтому я предлагаю, что нужно купить вот эту тачку и просто не париться. Поздравляем с покупкой автомобиля. Не забудьте купить номера для вашей автомашины. Так, отлично. Вах, смотри, какую лайбочку себе купил. Гитарочки, телочек сзади еще не хватает. Поздравляю. Оп. Да номера надо поставить. О, все, нашел. Отлично. Так, теперь осталось как тачку-то открыть. Там, если бы я, так сказать, играл в игру, то на букву L нажал, английскую. О! Идеалочка! Ладно, бро, давай, я погоню, мы увидимся, я твой номер записал. Ой, ребята, слушайте, лайбочку купил, первый на ДВСике, да, сейчас номера красивые поставил. Смотрите, без номеров, это, кстати, новое обновление, которое здесь вышло. Теперь тачку надо ставить на учет реально, как в реальной жизни. Блин, меня так в последнее время GTA 5 RP зацепило, что каждый раз, когда я прихожу домой после каких-то съемок, я сажусь и просто чилю в эту игру. Это прям факт, я вам отвечаю. У меня, знаете, уже сколько часов наиграно? Я не знаю, тут можно где-то посмотреть? 39 часов, и транспорт появился. Охренительно. Но как мы можем обратить внимание, магнитолу у меня нахрен с корнями выдрали. Ой, ёпа, народ, ну, подожди. Здорово, ты пропачь, да? Здорово, пропачь, да, я. Столько бабок стоит, капец. В смысле, реально? Так это, Теслу купи и заебись. Чё? Да а нету бабок ты... на Теслу. Серьезно? Да, да, здорово, здорово, давай. Офигеть. Блин, а чё номера такие дорогие? Самостоятельно. Да, я без пап, мамы, кредитов и подписчиков, понимаешь? Вот, а гитарист, тут можно цифры выбрать? Да, я на гитарах, сразу на двух ебашу. О, вот, слушай, и мне сразу зеркалки выпали. Подожди, они сразу на машину встают? Не-не-не, ты должен их забрать, понял? У них забрать. Подожди, там... ну вот, я купил сейчас номера. Да, смотри, внизу там у тебя будет забрать. А ты забирал их тут, вот через этого NPC? Ну я через него и пытаюсь. Номер, ах ты, сука, ёпта, да. Там забрать, вон оно есть, ёпара. Да, для первого номера, ёпта, сойдет 119. Да, красивые нормально. Номера, красивые, слушай, мне надо пойдет. Надо еще их проиллюстрировать. Знаешь? Регистрировать в ГАИ надо ехать? А он мент. Он мент, он поможет. Слава там как-то у нас. Подожди, не, я поеду в полицию и найду того, кто сможет. Давай так, по чесноку делать. Можно ехать сейчас, потому что сейчас никого нету. Можешь. Серьезно? Не, да. А у нас даже еще устава нету, то, что можно без номеров ездить. Я могу сейчас снять номера, мне ничего не будет. А, ёпта, можно штрафы не ловить. Пофигу, я снимаю номер. Ну да, сейчас можно не ловить. Все, пацаны, чё? Давайте увидимся. Какой... Во, такие вот рандомненькие встречки бывают с подписчиками. Вот так прикольно, слушайте, прикольно. Мне нравится. Так, что, нужно теперь найти автостоянку, куда можно поставить этот автомобиль. О, купить место под номером. Сразу 1500 заплатим. Так, ну и что, все, теперь мы можем машину оставлять. У нас есть специальный парковочный номер.
Ага, вот сюда, вот здесь вот где-то наше место будет. Ну что ж, дорогие друзья, надеюсь, вам серия эта понравилась. Если да, то обязательно ставим лайки, подписываемся на канал. Все нужные для вас ссылочки и промокоды находятся в описании. Заглядывайте, вводите, залетайте на сервер, играть будем вместе. Здесь реально очень круто отыгрывается РП, и никаких лагов, ничего вообще нету. Прям все по красоте. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видеоролики. И в следующей серии, надеюсь, мы уже с вами вступим в какую-нибудь фракцию. Не будем работать на автобусах, на такси, а уже нормально. Будем делать бизнес, будем делать бабки. С вами был я, Кирюха Варпач. Всем удачи и всем пока!